Не надо выбирать между качеством и красотой, потому что сегодня солнечный ветер доступен всем. Здесь действительно сочетается и красота, и удобство, и, безусловно, сочетается фантазийный дизайн, алмазная грань и лучшие материалы в основе. Серебра 925 пробы, золочение и бестселлер. Цена бестселлера 999 рублей. За длину 35 сантиметров, от 35 до 70 сантиметров у нас есть длинный, и это фантазийное плетение, которое должно быть у вас. Я, когда выбираю цепочки, я всегда смотрю на плетение. Меня уже больше не устраивают какие-то стандартные плетения, якорные, панцирные. Мы хотим что-то необычное. И выбирая дизайнерские фантазийные варианты, вы всегда будете в выигрыше. Вы всегда будете в выигрыше, потому что новые, новейшие, я бы сказал, технологии, которые использованы в производстве этого солнечного ветра, этой самой цепи. Но я не понимаю, почему назвали ее цепью, потому что это самое настоящее колье. И по-другому его назвать нельзя. Блестит оно так, что просто завораживает. Та самая алмазная огранка, которая присутствует абсолютно на каждом звене. Она завораживает, она потрясает просто. Она потрясает, она действительно покоряет. И давайте посмотрим, как это все блестит, как это все сияет. Боже мой, множество солнц, я бы сказала, что мириады, звездное небо практически здесь у нас с вами перед глазами. Эта цепочка — солнечный ветер. Каждый элемент как солнце. Если вы присмотритесь, вот, например, к любому из этих звеньев, здесь алмазные грани, они действительно как лучики из центра исходят и создают эффект, как будто бы это колье усыпано бриллиантами. А золото, а только золото вы видите, потому что золочение, золото нанесено гальваническим методом. Два слоя золота на серебре. Это не то, как было раньше. Я на это всегда обращаю внимание всех телезрителей. Раньше это была просто какая-то золотая краска, называлась золочение. Нет, сегодня золото наносится гальваническим методом. Это слой золота на серебре, который идеально держится на молекулярном уровне. Вы должны это понимать. Да, я тоже видела, как золотятся ювелирные украшения, такие специальные есть ванночки, как говорится, искупали в золоте, я так называю эти ювелирные украшения. Но серебро у нас при этом с вами в основе, более 4 граммов, алмазная грань, которая как лучи, как звездные вот такие вот какие-то софиты, да, практически разливается блеск по каждому элементу. И что мне нравится, здесь нет ни одного пустого места, очень много у нас с вами, очень много блеска, мало воздуха какого-то, да, то есть блеск не останавливается, бесконечность сияния. Воздух здесь все-таки, наверное, есть. Воздух здесь есть, потому что средний вес цепи начинается от 4,2 грамм. Несмотря на такую полновесно золотую цепь, мы получаем с вами золоченую цепь, невесомую, да, такую цепь, которая будет абсолютно комфортно носиться. Кстати, вот да, если бы такая цепочка была выполнена в золоте, она, во-первых, была бы тяжелее, она была бы дороже, стоимость такой цепочки была бы в районе 50 тысяч рублей. У нас сегодня предложение за 999 рублей, визуально неотличимо от золота. Хотя скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь встречали такие плетения? Я, несмотря на то, что работаю более 11 лет в ювелирной отрасли, с такими плетениями еще не встречалась. А потому что это новые технологии, потому что это новейшие технологии. То ли еще будет, я бы сказал. Вы находитесь с каналом Shop & Show. И я хочу сказать, что если вы до этого еще не совершили ни разу ни одной покупки, глядя на наши передачи, я в этом просто вот расстраиваюсь. Я хочу сказать, сегодня и наступил тот самый момент, когда нужно попробовать. Да. Нужно обязательно попробовать, потому что цена это позволяет. Нас огромное количество сейчас телезрительниц дозванивается, выбирают свои размеры, выбирают свои варианты сочетания. Я однозначно вам рекомендую выбирать больше, чем одну цепочку. Цена 999 рублей, выберите как минимум 3. У нас нет никаких ограничений по количеству приобретаемых товаров сейчас. 999 рублей, обратите внимание, одна линия, вторая, можно даже третью и четвертую. Если у вас будет длина до 70 сантиметров, вот это будет эффект королевского колье, колье сатуар, вы можете действительно украшать зону декольте, вы можете уточнять, например, зону спины, вы действительно можете здесь экспериментировать как хотите. 999 рублей, средний вес такого украшения 4,2 грамма, это серебро с алмазной гранью, которое искупали в золоте и сделали все, чтобы вы сияли. Не просто.
просто искупали. Его гальваникой, гальваническим методом покрыли таким образом, что на молекулярном уровне держится это золото. Если его просто искупать в золоте, здесь не будет такого эффекта. И вот эти самые алмазные грани, еще раз посмотрите. Каждое солнце, каждый лучик, я бы сказал, лучик у солнца, он нанесен вручную. Вы представляете, рука мастера здесь чувствуется. И вот этот блеск, неимоверный блеск, вы будете в нем блистать. Везде и всегда, даже при том самом недостатке освещения, когда вы будете вечером присутствовать на каком-то балу или где-то на подобном мероприятии. Ну как раз вот правильное освещение, оно много что делает, и я могу сказать, что такая цепочка, она будет блистать при любом освещении, будь то солнечное, будь то сумеречное, будь то может быть какой-то свет софитов или наоборот свет свечей. А все-таки мы хотим еще раз обратить на технические характеристики. Мы хотим крупным планом вам показать замок. Замок типа карабин. Посмотрите. И на нем как раз и проба 925. 925 означает, что это у нас серебро, но золото. Золото это тот металл, который мы видим. Замок-карабин обеспечивает легкость в обращении и надежность на долгие-долгие годы. Знаете, как я проверяю обычно замки? Я проверяю их, выдерживает ли мой маникюр, потому что иногда бывают замки слишком плотные, иногда бывают слишком слабые. Вот здесь замок действительно потрясающий, маникюр удержится и при этом будет надежно действительно носиться. Вы можете рассчитывать на то, что эта цепочка и это колье действительно будет вас украшать в течение долгого времени.